Доброго времени суток. Вот сейчас мы находимся на площади возле драмтеатра. И здесь вот так красиво оформлены клумбы. Там с театром вот такой скверик тенистый, где приятно отдохнуть, прогуляться, побыть наедине с природой. Вот так вот цветут уже каштаны. 2 дня назад был снег в Ставрополе, а сегодня солнышко. Вот это драмтеатр. Вот такое вот море тюльпанов. И вот включили наконец фонтаны. И они нас радуют. Что-то тут интересненькое насадили для красоты.
памятник Лермонтову. И вот такие красивые тюльпаны. А это вот цветущие такие деревья, настоящие, с настоящими цветочками. А напротив тут иллюминация включается вечером. Как же тут пахнет елками. Тут вокруг старые елки растут. Очень красиво. А здесь такая громадная береза. А это вот шишечки на сосне. Маленькие иголочки. Уже и сережки на березе. А это площадь Ленина. Такая красивая клумба, так красиво оформлена здесь. Эти деревья светятся в темноте, включают их. Ну, конечно, вид очень красивый. Озеленители наши стараются от души. Андреевский собор в Ставрополе. Это каштанчик тут такой цветет красивый.